Артур Дроздов, один из лидеров Азовмаша, капитан команды. Артур, несколько слов по игре, что получилось? Это была тяжелая игра, как бы мы настраивались заранее, это плей-офф, полуфинал, Дубинник очень хорошая команда, поэтому по игре могу сказать, что как бы мы не очень удачно действовали, как бы дали много подобрать на наших счетах, и в принципе они все время лидировали всю игру, но мы как бы старались не расслабляться, и мы в конце за счет нашей защиты мы там удачно завершили, как бы и удачно защитились, и бежали в отрыв, забили легкие мячи, как бы переломили нужный момент и довели игру до выигрыша. Очень довольны. Будем настраиваться на второй год. Коллеги, ваш вопрос. Артур, вот вы четвертый четверти, когда момент, когда уже Азовмаш начинал возвращаться на половине соперника. Почему так всю игру получается сейчас уже на половине соперника? Именно какой-то четвертый четверти? Не, мы стараемся периодически, как в зависимости от моментов игры. У нас есть прессинг, иногда мы его используем и во время игры, как бы. Но всю игру невозможно защищаться, как бы, по всей площадке, потому что это очень тяжело физически, в первую очередь. Поэтому как бы мы действуем так, как нам говорит тренер, стараемся выполнять то, что он говорит. Еще вопросы? Нет. Спасибо.